Всем добра, вещает Алекс Рантье. Это видео у меня посвящается структуре паровоз Алексея Миреева или Алексея Астафьева. Хочу немного отчитаться по работе с этой структурой. У меня как раз 18 августа был вход в эту структуру на 1000 монет. Я заплатил, купив 50 монет на бирже Алексея на Призмаксе, оплатил сепку, отправил 11 монет следующему, 0,11 монет следующему человечку, пополнил свой кошелечек прицепленный паровоз на 1000 монет, и так и началось. А потом стал докупать монеты, что меня сразу удивило, что я затупил, я не приобрел нужное количество монет сразу, а взял 1000, потом думаю, присмотрюсь, докуплю, а оказывается, ни хрена. Все монеты разобрали у моего вышестоящего Сереги Зама. Серега, тебе спасибо, что распродал все монеты быстрее, чем я этого захотел. Вот, пришлось монеты покупать на бирже БТК Альфа. Дозакупался я в несколько этапов. Сначала до 5000, потом до 7000, потом до 10, потом до 20000. И вот недавно я дозакупился, опять же через биржу БТК Альфа, до позиции 30 тысяч монет. Сейчас у меня объем паровоза 30 тысяч монет. Кроме этого, отмечу отдельно, что у меня структура 500 000 монет. Это мне дает зарабатывать примерно 16-18% в месяц, если с реинвестом пара. Можете посчитать, сколько это получится в деньгах. Если это переводить в обыкновенные российские рубли, то это у меня выходит порядка 5000 рублей в сутки. Вот так вот. Кроме этого, я участвую в акциях от Алексея по YouTube продвижению паровоза. Здесь у него очень замечательная такая акция, которая предлагает каждому желающему, кто не боится видеокамеры, рассказать про паровоз, про плюсы призм. И я уже выпустил несколько роликов. Эти ролики запустил в акции на монетизацию. Мне Алексей их оплатил в призм. Эти призмы пошли в паровоз. Ну, фактически у меня получилось так, что кошелек паровоза у меня стал Москвой центральным связующим узлом, так называемых трех вокзалов, в которых участвуют и другие структуры, проекты в системе призм. Это Клуб Рой и SpaceBot. В маточных, бинарных проектах я не участвую принципиально. Вот так вот. Пока я участвовал в системе паровоз, открылась новая ветка 36.6. Она, конечно, обрадовала тех холдеров, запятая, которых денег более 40-50 тысяч монет. Они, конечно же, туда перешли, тем самым обрушив объем веток всего паровоза. Некоторые, кто, у кого были миллионы, у них это просело сейчас. Люди перешли на позиции 100 тысяч, объема 100 тысяч монет, монетизируемый объем. Кто помнит, там у нас уровни объемов — это 10 тысяч монет, 100 тысяч монет и 1 000 000 монет — это от структуры. Вот, поэтому, как говорится, сжав кулачки, сжав зубы, мы радуемся тому проценту, который есть, потому что 15-18% в месяц при объеме монет от 10 тысяч личных — это достаточно неплохой процент, потому что далеко не каждый хайп, в который нужно свои деньги отдавать, еще отдавать и рисковать, вам такой доход предложит. А в паровозе мы свои деньги, еще раз напоминаю, свои деньги никому не отдаем. Начисление происходит через парамайнинг вот этого замечательной криптовалюты призм прямо вам на кошелек, внутри вашего кошелька. Этими деньгами и процентами вы можете пользоваться как средствами вашего же кошелька и радоваться, ну, фактически тратить деньги. Что я и делаю? Я каждый день трачу по 100, по 200, 300 монет. В структуре у меня идут активные продажи монет. Партнеры закупаются, изучают призм, открывают кошельки. Кто-то заходит в паровоз, регистрируется, указывает мой код. Но в целом так, хочу сказать, что на системе паровоз я заработал уже, я не считал, честно, не считал, сколько, несколько тысяч монет, потому что
то мне, чтобы 1000 монет заработать, мне уже надо порядка 6-7 суток ничего не делания. Вот так вот. А с видео, с участием по партнерской программе у меня, конечно, доход гораздо выше. А, кстати, я участвовал в акции по приглашению партнеров в паровоз, и там я заработал 550 монет чисто на реферальных приглашениях. Тоже, что есть очень позитивно, очень хорошо. Так что хочу сказать, что система паровоз — это очень перспективная структура для стабильного среднего дохода. Я ее рекомендую всем участникам призм. А самое главное, что я очень рекомендую начинать работу с призм, изучать структуры, все структуры, которые здесь есть, именно с паровоза. Почему так? Ну, во-первых, деньги находятся на вашем кошельке, вы никому их не отдаете, риски здесь минимальные, практически стремятся к нулю. Второе, то, что деньги находятся при вас, и вы этими деньгами распоряжаетесь направо-налево, как вы вздумаете. Захотите кого-то пригласить в свою структуру, так называемую, по системе призм, монетку отправили на кошелек новичку, подарили монетку новичку с паровозного кошелька, он прикрепился к вам. Захотели зайти в какую-то другую структуру, там Рой там или Spacebot, пожалуйста, не вопрос. С этого кошелька с паровозного отправили в эту структуру денежку. Вот так вот работает. Вот, вещал Алекс Рантье. Всем добра. Ребята, подписывайтесь на канал, видео. Я всем отвечу на вопросы в Телеграм. Кстати, я снял отличный видос с Ильичом. Отличный видос с Ильичом, где я рассказал, что такое призм. А также снял товарный видос, где я рассказал, что такое призм в рамках товара. Обыкновенного товара, как можно товар, еду, обычные вещи сопоставлять с призм. Всем добра, Алекс Ранти. Кстати, это видео читаю где-то с берега Дона. Такая речка есть Дон. Вот. Так.